прошлого века. Анна Городнова, Лили Мендубаева, ТНВ, Казань. Было ли строгим жюри, споет ли она на Евровидении и сможет ли дать номер телефона для знакомства? Сегодня эти вопросы финалистки проекта «Голос» Эльмире Калимулиной поклонники смогли задать лично. Она стала гостьей утреннего «Чак-чак-шоу» на радио «Болгар». Заслуженная артистка Татарстана признается, к такому вниманию со стороны прессы пока не привыкла. Прямые эфиры и микрофоны ее немного пугают. Однако долго девушку уговаривать не пришлось. С ведущими и слушателями радио «Болгар» обладательница «Серебряного голоса России» говорила 2 часа. О секретах проекта, планах на будущее и личной жизни. Месяц назад я созвонился с ней, и я не ожидал такой реакции. Я думал, ну, сейчас какая-то будет, ну, я не знаю, звездность, фифочка. Да, фифочка или как. А здесь было абсолютно... Все было по-другому, а не так, как я ожидал. С радостью откликнулась.